А теперь мы хотим вернуться к первой теме выпуска. День физкультурника в России берет свое начало с 20-30-х годов прошлого столетия, когда физическому развитию молодежи уделяли особое внимание. А сейчас праздник вновь приобретает популярность. Развитие массового спорта в России – это одна из ключевых задач государства. В этот день принято поздравлять тренеров, спортсменов, учителей физкультуры и всех любителей спорта и, конечно, проводить спортивные состязания. В рамках празднования Дня физкультурника в нашем районе было проведено множество спортивных мероприятий. В спорткомплексе «Лидер» прошло первенство района по боксу. В соревнованиях приняло участие около 40 спортсменов. На ринг выходили как ребята, занимающиеся уже несколько лет, так и те, кто только делает первые шаги в большом спорте. Несмотря на юный возраст, начинающие боксеры сражались упорно и с твердым желанием победить. Для многих ребят младшей возрастной группы это были первые серьезные спарринги. Бои проходили вне рамок первенства, и места здесь не распределялись. Но приобретенный опыт поможет юным спортсменам в будущем. Что касается самих соревнований, то в каждой весовой категории были определены победители. Призерам первенства вручили грамоты и медали, что стало хорошим подарком к Дню физкультурника. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».